Песня эта называется «Кони привередливы». Вдоль обрыва, над пропастью, по самому, по краю, я коней своих нагайкою стегаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер бью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, вы тугую не слушайте плеть. То, что до кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть, и я коней напою, и я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Скину я меня пушинкой, ураган сметет с ладони, и в санях меня галопом повлекут по снегу. Утром вы на шаг неторопливы, впередите мои кони, хоть немного, но продлите путь к последнему приюту. Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, не указчики вам хнутый плеть. Но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть, и я коней напою, и я куплет допою. Хоть мгновенье еще постою на краю. Гости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами? Или это колокольчик весь зашелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани? Чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, умоляю вас, скачь, не лететь. Но что-то кони мне попались привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, и я куплет допою.
мгновенье еще постою на краю. Вот эта песня о конях. Esta es una canción sobre caballos. Yo incluso no sé por qué pienso escribir un poema, canción, que constará de dos partes, 15 canciones cada una. Puede ser que alguna vez lo cante. La primera parte serán baladas a caballos que ejercen diferentes profesiones. Por ejemplo, los que tiran carretas, los que tiraban caballos en la antigua Roma, caballos que tiran carretas en las aldeas, caballos que tiran los arados en el campo, y todo será cantado en primera persona por los mismos caballos. Incluso habrá una presentación en el poema que dirá así: nosotros, fieles, experimentados caballos, vencedores de batallas han montado sobre nosotros. Ni un solo gran pintor de íconos nos grabó los cascos sobre un ícono. Un caballero o un caballero magnánimo nos puso un penacho de cansancio. Uno de nosotros, el más valiente, un día tiró a Calígula en el Senado. Y después cada caballo comenzará a relatar acerca de su destino. La segunda parte será acerca de los caballos de personajes famosos, como el caballo de Calígula, el caballo de Napoleón, que siempre está...